В Украине продолжают расти долги по зарплате. Сейчас они составляют почти 2,4 миллиарда гривен. Это антирекорд последнего десятилетия, заявил сегодня народный депутат от оппозиционного блока Сергей Левочкин. По его словам, только за последний месяц задолженность выросла на 3%, а с начала года более чем на треть. При этом долги растут повсеместно и практически во всех отраслях. Это говорит о системном ухудшении ситуации в экономике, отметил нардеп. При этом объективных причин для резкого роста задолженности нет, заявил Левочкин. По его мнению, это следствие ошибок и непрофессионализма. И сейчас крайне необходима программа по поддержке ведущих отраслей украинской экономики.